что такое? А, ты на коньках. Понятно. Очередное бодрое утро. Сегодня у нас тренинг. Сегодня народ съезжается, точнее уже съехался на тренинг. А вот эта карта сегодня переполнится новыми значками. Здесь отметится, кто у нас? У нас Екатеринбург снова. Звенигород, у нас Германия появилась, у нас Саратов, еще один человек с Берлина еще едет, еще в самолете. А кто у нас помимо Саратова еще? Москва, Звенигород как раз. И Курск. Так что у нас можете втыкать, кстати, давайте. Займитесь отметкой своих городов. Ну а в это время, сейчас тут вообще кипиш такой, знаете, потому что вот как раз пересменочка, и мы готовимся к тому, чтобы начать обучение. Что ты? Что? Тебя снять. Вот, я тебя снял. У тебя пистолет? Классно. И гармошка. Пистолет и гармошка. Ну, гармошка без пистолета, разве это гармошка? Вот, а здесь что происходит? Давай зайдем посмотрим. А, вот у нас обновка в живой бане. Вот такая вот. Вот такие у нас светильнички появились. Кстати, клевые светильники, мне понравились. Немножко не в нашем стиле, но мне нравится, как они. Само решение просто приятное, очень интересное. О! Алиса Ивановна, моя старшая дочь. Она сегодня здесь занимается бизнесом. А, кстати, вот это ее продукция. Вот это вот Капилом Вита. А покажи открытую. Открытую покажи. Вот. Вот ее продукция. Это вот такие вот шампуни твердые. Всякие подарки для гостей. Вот это вот подарки для наших гостей. Приехали. Вот это не подарки. Нет. Это вот, вот подарки. Не путайте. Да. Вон сколько машин у нас стоит. Приехавших. Понаехали, ты, Илга, не резиновая. Ну, а я пошел на второй этаж смотреть, что там происходит. Мы уже собираемся там и начнем уже действия. Не дошел я до второго этажа. Кстати, не было. Екатеринбурга не было, да? Не было. Там вот, флажочек. Точка была. Флажочек появился на Екатеринбург. Да, вот. Покажись. Это я первый сделал. Первый сделал. До тебя тут человек 100 уже побывало, но никто не воткнул. Точка была, никто не воткнул. Так, Германия. Германия на нашей карте. Так, между Боном и Кёльном. Вот здесь вот. Вот так вот. Сейчас еще в Берлин приедет. Отметит себя. Включи по-немецки хоть. По-немецки что-нибудь скажи. Все, хватит. Я. Ну, наконец-то я дошел до второго этажа. Скоро здесь дверь встанет, кстати. Тут вот у нас вот так вот все это выглядит. Наверное, надо свет включить. Ребята разместились уже. Все вещи свои расставили. Здесь они будут ночевать. Здесь же у нас чиллаут. Отдых и так далее. Вот там за окном у нас баня, в которой ребята будут сдавать зачеты. А этот вот чум, это дрова сохнут. Это просто сохнут дрова для котла. Вот в этом котле будут ребята вариться. Ну, не все же вегетарианцы. Мясо тоже нужно. Вот. Вот так у нас здесь все обстоит. А это у нас видеокамера. Сегодня мы будем снимать очередное видео для YouTube по ходу тренинга. Такой документальный фильм. Это вот будущий банщик у нас тут бегает. А вот, кстати, недавнее приобретение, новый Апахала от apahala.ru с уже эмблемой «Живая баня», точнее с надписью «Живая баня». Новые Апахалочки у нас, причем разных цветов. Мы долго подбирали подходящие какие-нибудь краски. Подходящие цвета наконец подобрали. Вот такие вот. И с рисунком, с орнаментом и так далее. Тут вот еще один вид. Вот этот мне больше всего нравится, кстати. Вот такой вот. Не очень читабельно, но зато очень так в тему. В нашем стиле. Короче, сейчас мы будем ставить здесь массажные столы. И начнем парить и париться. Все, все начинается. Тренинг сегодня идет по курсу «Домашний банщик».
А потом, по-моему, все здесь присутствующих останутся еще на мастер живой бани и образного парения. То есть ребята заезжают сразу на 6 дней. 3 дня домашний банщик, а потом 3 дня мастер живой бани и образного парения. Вот такая вот серьезная история. Кстати, Саратов себя отметил на карте? Нет еще. Ну-ка, давайте, давайте. И там для Энгельса еще оставьте, а то лекарю некуда воткнуть будет. Вот еще один подарок в живой бане у Ивана. Сегодня утром мы его обрели. Это мандала, сочетающая в себя по замыслу мастерицы, которая это делала. Ее зовут Настя. А, ее зовут Настя. Фамилию называть будем? Дудина Настя. Да. Дудина Настя, город Екатеринбург. Спасибо Насте большое. А по замыслу мастерицы, вот эта мандала содержит в себе все 4 стихии, которые присутствовать обязаны в бане. То есть и огонь, и земля, и воздух, и вода. И они здесь завязаны еще и тоненькой такой ниточкой эфира. Вот такая вот сказочка у нас новая появилась. Спасибо, Настя.